Красноярские онкологи попали в пятерку лучших по всей стране. Почетную награду от профессионального сообщества вручили главному врачу краевого онкодиспансера. За какие достижения расскажет Владимир Жаринов. Высокую награду профессионального сообщества вручили в Уфе на съезде онкологов России. Успехи красноярцев не прошли незамеченными. Безусловно, гордость за коллектив, за здравоохранение Красноярского края. Мы за 4 года очень серьезно развернулись по операциям, по мини-инвазивным технологиям, высокотехнологичной медицинской помощи. К нам в Красноярск стремятся попасть многие пациенты из других регионов. Мы отказываем, потому что иначе будут страдать жители Красноярья. Страшный диагноз – рак – в Красноярском крае ставят все чаще. Медики объясняют это диагностикой, она стала работать лучше. Тем временем красноярским врачам удалось уменьшить смертность. Сейчас она ниже среднероссийского показателя – 18% против 20% в первый год после лечения. Краевой онкодиспансер удалось сделать одним из самых современных по оснащению, где ежедневно и ежечасно спасают чью-то жизнь. Пациенты видят разницу. Здесь очень хорошо. Как видите, палаты чистые. Персонал у нас очень хороший. Девушки у нас все добродушные, отвлекаются на все наши просьбы. Сегодня на учете стоит 64 тысячи человек, у которых были обнаружены злокачественные опухоли. Сейчас главная задача – сделать так, чтобы рак выявляли на ранней стадии. Для этого предстоит работать с обычными поликлиниками, сделать диспансеризацию более удобной и убрать привычную волокиту. Но при этом никто не спорит, что перестроить систему будет не так просто. Владимир Жаринов, Григорий Зимин, Евгений Залымов. Вести, Красноярск.